А знаете, люди, где растет самый большой в мире лес? Да у нас, в России. Это наша тайга. Кстати, в ней живет больше половины всех медведей планеты. И вообще нет на свете страны больше, чем Россия. На ее территории могут поместиться 2 Китая, или 50 Германии, или миллион таких стран, как Монако. Нашу необъятную страну омывают 11 морей 3 океанов. Россия гордится не только природными богатствами, но и культурой. Она дала миру таких гениев, как Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и Лев Толстой. Люди 180 национальностей считают Россию своей родиной, любят ее и дорожат ею. Именно так. Люди разные, а страна одна.